Приветствую вас на канале «Сами с усами своими руками». В этом видео у нас... Ох, еб, нихера скороговорка получилась. Приветствую вас на канале «Сами с усами своими руками». В этом видео у нас очередной розыгрыш номер 4. Но перед этим мы подведем итоги конкурса. Конкурс у нас прошел как-то так, ни рыба, ни мясо, но, в принципе, будем выбирать из того, что есть. Всем, кто, кстати, принял участие, огромнейшая благодарность, друзья, спасибо вам. Показывать я фотки не буду все то, что присылал, по причине того, что там есть и на чем можно постебаться, и, в принципе, и работы не очень, но все равно спасибо. Из всего, что мне показали парни, я выбрал... Вот его фотографии, то есть победителя, я покажу. Это Никита Фролов. Зеленокамск, город. Вот. Тебе, ну что, спасибо. Ты был более, так скажем, близок к тому, чтобы я хотел. Фотографии вот будут прямо сейчас. Вот попугай сделан такой прикольный в стиле, как бы, моих поделок, связанных с металлом. Вот один вариант, второй вариант. Вот еще там... связано с шестеренками, сердце. Ну, в общем, такая тематика, как бы, связанная с металлическими деталями. И в конце картинка, мне просто фон нравится тем, что тигр идет такой тоже, он вроде как и сами с усами получается. Металлизированный тигр. Такой гибрид. Вот, все. В общем, ты, дружище, победил. Спасибо тебе. Твои фотки, как бы, были, ну, самые прикольные, остальные тоже молодцы. Обязательно напиши мне в ВК свои личные данные, там фамилия, имя, отчество, полный адрес, индекс места, кто получ... там, твоего получения, и все, и жди посылочку. Так, ну, то, что ты получишь, я думаю, ты и так знаешь, поэтому вот эти 5 предметов, это все твое. Убираем. Нет, нет, не хочу косяк, косяк не хочу. Не хочу косяк, блядь. Похож? А теперь поговорим о том, что предстоит получить кому-то и опять же из вас. Что для участия в данном розыгрыше требуется? Это, конечно же, поставить лайк. Обязательно поставьте лайк, даже если вы не хотите участвовать в розыгрыше. Просто поддержите тех ребят, кому это нужно. Потому что, когда я вижу тот же лайк, и когда они плюсуются, их становится больше, у меня, соответственно, и стимула больше делать данных розыгрышей. Когда ты его сделал, и комментариев там, как говорят, с гулькин нос, и лайков столько же, то и как бы желания проводить конкурсы тоже особо нету. Поэтому не жмитесь, просто поставьте. Дайте возможность другим получить данные призы, если даже они вам не нужны. Так что поставьте лайк, подпишитесь на канал «Сами с усами», сделайте репост на данное видео на странице ВКонтакте. Ну и напишите в комментариях ссылочку на вашу группу ВК, чтобы я все проверил. Все будет проверяться. Все, поехали. Давайте посмотрим, что вы получите. Первый экземпляр – это у нас донор. Ну, хотя, честно говоря, это не донор. По сути, это тачка на восстановление. Она 1:43. Это Lamborghini Murcielago. Состояние очень хорошее, у нее просто косячок. Ну, зеркал нету, это стандартного моделек. У нее основной косяк — это отсутствие одного колеса. Колеса у нее, кстати, не резиновые. Колеса у нее вот такие пластиковые. Не, ну машинка классная, она по краске на четверочку железно. Фары целые, все целое. Вообще машинка нормальная. Она от New Ray. Так, это первая. Вторая машинёха — это вот такой вот Porsche. У Porsche у нас что там? Задний фонарь левый разбит. Стекло трещина. По салончику стоят ковшики. Такие прикольные. Приборная панель целая, нет руля. Нет передней фары. По колесикам колеса все, но нет покрышечек. Это у нас от Велли. Porsche 911 Carrera. Carrera 996. Конечно, ногами смотреть не очень удобно. В общем, вот так. Не знаю, там, наверное, ничего не видно. И их начинает мутно камера. В общем, это вторая. По красочке, ну, в принципе, можно не перекрашивать. Но
Но это донор. Можете с ним сделать все, что хотите. Хоть трактор с него. Следующий экземпляр. Вот такая вот газелька, инкассация. Состояние очень неплохое по краске. Я бы сказал, что на 4, даже 4 с плюсом. Нет у нее мигалки. Нет у нее лица, у подлица. Нет бампера. Так, фары что? Фар нету. Нет у него передних колес. Задние тоже там покрышки нужны. Фонари сзади целые. Двери открываются. Руль на месте. Сиденье пассажирское двойное, которое оно есть, но оно там. Это погремушка детская. Его надо, в общем, приклеить просто на место. Машинка неплохая. По масштабу она... По масштабу. Не знаю, но она, короче, какая, не маленькая. Это донор. То есть газелька это тоже донор. Но хотя я бы, если честно... я бы его, наверное, восстановил. Колеса поставил, бампер прилепил. Видео, тем более, у меня есть как делать. И отличная тачка. Так, и вот машинёха, 111-я, Лада. Вот в этой Ладе, кстати, когда я покупал, я нашел внутри 20 рублей. Прям внутри под кузовом, не знаю, как они там оказались, я уже рассказывал, ну, в общем, такой прикол. Здесь нет мигалочки техпомощи, нет дуг защитных. Фонари абсолютно целые, стекла у нее все целые, по салончику у нее как бы все нормально. Фары передние. Кажись, все целое. Вот сейчас так разверну, посмотрю. Так, да, все нормально. Все целенькое. Колеса все есть. В общем, все есть. Эта машинка идет как целая, автотаймовская. Тут ни масштаба, ничего, но она 1.36, грубо говоря. По весу не грамм 120 весит. В общем, вот такая машинеха. Это идет уже как... Ну, я считаю, что основной приз. Можете переделать, можете сделать с ней все, что хотите. Машинка довольно неплохая. Фу, опять это слово «доволен». Машинка хорошая. Так что такие дела. Вот так ставим раз. Плотничком. Дос. Трис. И четырис. Вот это ждет победителя данного розыгрыша. На данный розыгрыш мы отводим 5 дней. Я постараюсь, так скажем, не затягивать, а сделать это прям в срок, как положено. Так что вот этот автомобиль. И 3 донора получит победитель. Будет выбираться рандомным методом. Как всегда. То есть методом лотерейки. Повезет, не повезет. Так что не забывайте поставить лайк. Поделиться этим видео на стене ВКонтакте. Обязательно быть подписанным. Поставить, как я уже сказал, лайк. И еще раз поставить лайк. Ну да, конечно же, комментарий надо будет оставить, где ваша страница ВКонтакте. Все, спасибо, короче, все. Жду вас, ребята, пока!